Позволяем себе расслабление. Супер, да? Волосистая часть. Да. Чуть-чуть приподнимаем лопатки. Угу. Опускаемся. И полностью расслабляем спину. Расслабляем живот. Все внимание на дыхание. Мягкий вдох, медленный выдох. Несмотря на то, что мои руки под вашими плечами, с выдохом полностью расслабляемся. Расслабляется область пупка. Расслабляется низ живота. Расслабляется таз, копчик, ягодицы. Расслабляются бедра. С выдохом расслабление все глубже. Позволяем себе расслабление. Расслабление стекает по правой ноге. Расслабление стекает по левой ноге. Расслаблены колени, икроножные мышцы, расслаблены щиколотки. Каждый палец на ногах расслаблен. Расслаблены пятки. Стопы полностью расслаблены. С каждым выдохом живот все глубже расслабляется. Несмотря на то, что мои руки двигаются, спина полностью расслаблена. Живот расслаблен. Расслаблена область солнечного сплетения. Расслабленная грудная клетка. Расслаблены ключицы. И плечи расслабляются. Расслаблено левое плечо. Расслаблено правое плечо. И расслабление стекает по рукам, расслабляя их. Расслаблены предплечья, локти. Расслаблены запястья. Ладони расслабляются. Каждый палец на руках расслаблен. Расслаблена левая лопатка. Расслаблена правая лопатка. Весь позвоночник от копчика до затылка расслабляется. Расслаблена шея. Расслабляется подбородок. Язык, губы, щеки. Расслабляется нос. Расслабляются глаза, веки. Расслабляются брови,
межбровье. Расслабляется лоб, виски. Расслабляются уши. Расслабляется затылок. Расслабляется макушка. Голова полностью расслаблена. Каждая мышца на лице расслаблена. Если появляется какое-то сопротивление или возвращается напряжение, не сопротивляемся, а с выдохом отпускаем и позволяем себе глубокое расслабление. Все тело с каждым выдохом полностью расслабляется. Расслаблено лево. Впитываем ощущение расслабления, запоминаем его. Я расслаблена, мне не помогаем, не мешаем. Расслабляем шею. Отлично. Здесь болезненности нет?
Неприятных ощущений нет? Чувствуем справа напряжение. Нет?
Mm-hmm.
Открываем рот. Угу. Открываем, расслабляем чуть шире. Угу. Открываем рот шире. Не больно? Если какая-то болезнь, говорите. Чуть шире. Нормально. Открываем. Нормально. Теперь к самому интересному. Это будет не больно. Наверное. Расслабляем. Для скольжения просто. Киваем, лучше говорить. Расслабляемся, не улыбаемся. Нужно дышать через рот. Нормально. Расслабляем.
Угу. Нормально здесь? Тут чуть-чуть уже. Перегородка кривая. Угу. Угу. Это мы что сейчас проработали? Нос. Все, что связано с носом. Чуть-чуть может быть отек, а потом наоборот будет дыхание лучше. Если сами себе будете делать, делайте так же аккуратно. Я себе делаю так, что у меня потом. Я как бы поняла это. То есть такими движениями, как мягкими, плавными. Просто если сильно делать, будет наоборот сокращаться мышцы, которые там спазмы есть. Открываем глаза.
Нормально? Он и расслабляет, и получается, как тренирует мышцы, поэтому и нету супер, да, волосистых частей. Да, классно. Может быть щекотно, если захочешь чихать, чихайте. Нормально. Бывает, что щекотно, бывает, что хочется чихать, бывает, что чешется, особенно первые разы. Но вот за счет этой сильной вибрации, сильная, но мягкая, оно прям все активизирует. И в то же самое время очень мягко работает именно с лимфоканалами. То есть вот если сочетать руки с ДМС, оно вообще супер. Здесь отличается, наверное, да, ощущение, чем справа. А тут какие? Больше чихать охота. Угу, просто со всех сторон. Ваш нос. Мне кажется, ему так вот болтается. Ну да, я ж поэтому вам и показала на руке, что это такое ощущение, что как будто до затылка, да? Так, ну это самый тщательный массаж лица в моей жизни, наверное. Он длился час. Обычно у меня 15 минут максимум. Много новых движений по массажу лица, которые я никогда не встречал. Да, и вообще прикольно. Мне понравилось. Очень расслабляюще вдобавок. Спасибо. На здоровье.